находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Доброе утро. Вы находились в консервации 9999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас. Эй, есть кто-нибудь? Немедленно покинуть центр развития. Если испытуемый немедленно не выйдет из состояния консервации. Ты откроешь дверь в ближайшее время. Он воспользовался своим правом находиться в состоянии глубокого расслабления в ходе разрушения комплекса. Ты откроешь дверь? Тут срочное дело. Политики центра развития или вам требуется перевести? Просто открой дверь. Испанский язык. Пожалуйста, возьмите бесплатные консервации. Привет, друг. Открой, пожалуйста, дверь. Стола перед вами и напишите нам письмо. Может, по-испански? По-испански. Hola, amigo! Abre la puerta! Donde esta... Нет. Прекрасно! Действительно, все в полном порядке. Тут еще типа 10 тысяч испытуемых, которые умоляют меня их спасти. И в ближайшее время этот комплекс не взорвется. Ладно, слушай, говорю тебе прямо. Ты последний испытуемый. И если ты мне не поможешь, мы оба умрем, понятно? Я не хотел этого говорить, но ты из меня это вытянула, понятно? Умрем. Dos muerte. Эй! Эй! Открой дверь! Ну давай! Эй! Ха! Я... А! О мой бог! Ты выглядишь уже... хорошо. Хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Очень советую, на твое усмотрение. Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше, и нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи «да». Так, ты прыгала. Неясно зачем. Неважно. Скажи «яблоко». «Яблоко». Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держись рядом. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Ладно, не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне никто ничего не сказал. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 тысяч чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко! Тебе видно? Я пролезу? Места хватит? Ах, ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться.
И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 тысяч чертовых овощей? А! Видишь, я ударился! Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся. Но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо, не мертвы. Мы почти на месте. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, соберись с духом. Вот мы и на месте. Буду с тобой честен. Ты не в лучшей форме, чтобы управляться с необходимым устройством. Но, по крайней мере, ты хорошо прыгаешь. Этого не отнять. Поэтому прыгай. Буду ждать тебя впереди. То, что надо. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь, вероятность, что это повторится, ничтожна. Обратите внимание на поле раскаленных частиц на выходе. Поле антиэкспроприации при контакте испепеляет любое неразрешенное оборудование. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. Thank you.
Отлично. В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Если в настоящее время Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка, сэр. Эй, у тебя получилось! На той подставке должно быть портальное устройство. Но я его не вижу. Может, оно упало? Не хочешь сходить и посмотреть? Все в порядке, не-не, продолжай. Эй! Ты видишь портальную пушку? Ты жива? Да, это важно, надо было сразу спросить. Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь, если ты не мертва. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Хорошо, если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. 1, 2, 3.
Потрясающе. Так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Превосходно. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас.
отлично, творец будущего. Однако, если вы стары, недоразвиты или страдаете от увечий или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Эй! Эй, эй! Я тут! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящие герои, правда? Какая храбрость! Проходи насквозь. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. На счет три. Готово? Раз. Два. Три! Высоко, слишком высоко, правда ведь? Это... Знаешь, если на счет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? Раз. Лови! Ау! Ой. Я не умер. Я не умер! Ха-ха-ха-ха! Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу. Ты будешь потрясена. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Хорошо, теперь можешь повернуться. Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Подними меня и пошли отсюда. И вперед. Посмотри! Теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово! Мы можем идти, куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Надо идти вдоль рельса. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она... не спит. Если ты хочешь все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Итак, если у тебя есть какие-нибудь замечания насчет этого плана, сейчас самое время их озвучить. Прямо сейчас. Если ты решила, что время вышло и уже поздно высказывать замечания, нет, возможность еще есть.
Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай. Теперь вниз по лестнице. Прыгай! Хотя... Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Это главная пультовая. Давай войдем. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогай, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела и там не написано «спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! Это Бог. Я цитировал Бога. Ой, поворачивается! Какой ужас! Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, не волнуйся. Я тут, я тут. Это его остановит. Нет. Так еще быстрее. Ого. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Нет, так. Б. Нет, стоп, я уже пробовал Б. У тебя есть ручка? Записи. Включение питания завершено. Так, слушай, новый план. Веди себя естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? О, нет, 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 нет. Нет, нет, еще раз нет, нет, нет. Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наши разногласия. Ради науки. Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень, очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Мы начнем тесты, как в старые добрые времена.
Отлично. Ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из твоих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик.
Я сейчас уберу это с пути. Тут просто свалка. Самое важное, ты снова здесь. Со мной. И теперь я знаю все твои приемчики. Поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично. Все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. Прекрасно. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Не расстраивайся из-за этой оценки, ужасный человек. Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно,
Теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов.
Один момент. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Если ты меня слушаешь, но, к твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. Заходи в лифт и продолжим испытание.
следующем испытании используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Я пока еще расчищаю эти тестовые камеры, поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постараюсь не столкнуться с летящим мусором. Нет нужды экспериментировать с мусором. Это лишь мусор. Нажми кнопку снова.
Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы? Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков? Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный научный факт. Неужели я растворила его, прежде чем ты прошла тест? Это случайно, извини. Иди возьми еще один, пока он не исчез. Ой, я и этот растворила. Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытаний. Данное поле сломано. С собой ничего не бери.
и я думаю, этот собирался сказать «я тебя люблю». Они разумны, конечно. Просто у нас их много. Следующее испытание включать в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Вот, если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Скоро вернусь. Я в порядке! Ну, я вернулась. Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Вот, попробуй сейчас. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, но я был жив, потом... Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Представляешь, я сам не поверил, и потом птиц. Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо, я просто опущу потолок.
только посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. Thank you.
Ты прошла испытание. Сегодня я не видела оленя. Я видела нескольких людей. Но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытуемых. Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Прекрасно. Ты хищник, и эти испытания — твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь ли ты кого-нибудь другого, кто убивает людей, пытающихся помочь? Ты подумала, акулы? Это неверно. Правильный ответ — никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости. Хорошие новости. Я придумала, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя.
Прекрасно. Опять неработающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. Эй, эй, сверху! Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм. Вырубил его, я... Птица, 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 птица! Окей, это, наверное, птица, да? Которая отложила яйца, разозленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро, обещаю, обещаю. Надо только придумать, как сбежать. Это она, продолжай тест, и помни, ты меня не видела никогда. Я побеседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Но вернемся к испытаниям. Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. В следующем испытании используются турели. Помнишь их, да? Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Желаю удачи.